Здарова, Диванный Глобал! Ну что, сегодня я выбрал такую рубрику «Будем искать читера», потому что вчера в катке попался читер, и я просто хочу их уничтожить. И сегодня мы зайдем в патруль, и ты мне, дружище, поможешь. Обязательно напиши в комментариях, был ли там читер или нет. Ну а чё, мы начинаем? Во, рассмотреть дело, поехали! Не забывай, лайкосик, это поможет мне продвигаться в ютубчике. Поехали смотреть. Ну вот и начинается. Подозреваемый начинает уже пинать мяч. Это означает, что что-то здесь нечисто. Ну, делает вид, что ля, он сюда. Ну, хотя смерти 8, убийств 6. Прицел держит крайне низко. Это означает о том, что скилла у этого человека вообще нет. Тут видите, да, ребят? Запоминаем. Прицел держит на уровне пупка. Так, ну что, он там что-то крутится, вертится, шкерится. И пока, ну, я не сказал бы, что здесь что-то есть. Ну да, он попал в голову, да, но здесь нет, пацаны. В этом проблем никаких нет. Он то спокойненько стоял, пытался зашкериться, его забрали и... Сюда иди, родной. И как бы все. То есть самое забавное, что он постоянно крысит. Ну то есть у него нет такого понятия, как его попробовать забрать, какой-то фраг сделать и так далее. Там, правда, якорь у них какой-то вообще стоит на респе и типа даже не парится. Счет 7-5 и... Якорь АФК. Ну, то бросили якорь, пацаны. Встал на месте. Так, ну понятно, якоря минус. Попытался что-то сделать, опять ни хрена. То есть, либо у него сейчас сгорит и он подрубит, либо же... Либо хрен его знает. Ну, посмотрим. Пока никаких проблем я не вижу. Я не знаю, что здесь. Может быть, накидали репорты за то, что он какой-то там ЧСВшник нереальный. Так, ну подозреваемый ходил вокруг Тёмки, ходил. И... В итоге все-таки выходит. Так. Окей. Ладно, проблем нет. Ну что, вышел, а там авик. Ну окей, начинает его... Начинает на него топить. Но там сейчас, кстати, патроны закончатся, и авику надо уже сейчас что-то делать. Но он ни хрена не делает. Стреляет. И его забирает. Ну ты у авика уже просто тебе осталось, я не знаю, харкнуть в сторону и все. Короче, не судьба, пацаны. Савик не заработал. Идем дальше. Смотри, там, кстати, флешка прилетела царская. Ну вот, ну, якорь, как обычно, говорит, мне твои флешки по барабану. Заходит неплохо, кстати. Плент заняли, даже при том, что они там врывались, заняли нормально. Так, подозреваемый выбирает, какую же гранату ему кинуть. Он выбрал в этот раз флешку, но у него еще есть парочку там заныканных гранаточек на будущее. Он ныкается в смоку. Ага, проходит вперед. Увидел, кстати, КТ. Ну, там кот справляется, КТ больше не видит, информации никакой нет, что это будет Тёмка. Но по таймингам должны понимать, что Тёмка, возможно, даже может быть какой-то сейф. Ну, пока ничего не вижу. Пока вот мне патруль дали, и я абсолютно не вижу, в чем прикол. Вот смена сторон. 9-6 не проигрывает. Может быть, сейчас что-то будет? Но пока я ничего особенно не увидел. Абсолютно ничего. То есть, если ты что-то, братан, увидел где-то, какой-то мув, пиши в комментарии. Но я думаю, что ни хрена там не было, сам понял, да? Смотрим дальше. Неужели нам попалось дело, где нет читера? Я, кстати, очень удивлен. Вчера меня это дико раздражало. На самом деле, что вчера попался мне в катке читак. Реальный читак, причем, дружище. А что он? Он просто бегает по карте, пацаны. Он просто бегает по карте. Ты понимаешь, что здесь пока никакого нету? Ну, может, сейчас какой-то мув вдруг мы увидим, или случайно нажмет кнопочку, только хоп, вниз, и поехал. Тыч, все по головам. Но пока нет, вообще проблем никаких я не вижу. Так, якорь там пытается сейчас какой-то хэдшотик повесить, кстати, он вешает. И мне почему-то кажется, что якорь может быть какой-нибудь get light. Ну пока смотри, понимаешь, там СГ, понимаешь, что если даже в него попадут, он, в принципе, может потом все равно выйти и перестрелять. Он, в принципе, это уже хорошее понимание, это означает, там, может быть, к нове приближается человек. Смотрим дальше. Пока я, вот, я, то, что я вижу, я говорю, что пока все нормально. Абсолютно. Якорь там настреливает, кстати, неплохо. Постоянно, частенько у него головы залетает. И причем он пушит, понимаешь, якорь пушит савика мид. Типа, чё? У тебя есть авик. Ты смотришь мид, и ты идешь пушить, заходишь в нижнюю темку, и тебя иди сюда, родной, дай сюда, как бы и все. По карте я вижу, движение будет мид, движение будет лонг, скорее всего, выход шорт также будет. Но у нас подозреваемый думает об обратном. Он думает, что все-таки будет Б, хотя смотри, с ножом выходит в темку. Ну, информация была по оппонентам, но не вся же. Он с ножом просто бережет темку, я бы так бы не бегал. Ну, хотя это Сильвер, понимаешь, здесь может или все что угодно быть. В итоге он бегает. Опять набегал до такой степени, что, в принципе, уже всех и перебили. Остается один там с 11 хп. И его также туда забирают.
И вот у нас, пацаны, вердикт. Давайте подумаем. Помощь в прицеливании. Какая помощь в прицеливании? Вы видели, куда он... Он по пупкам там выстреливал. Какая помощь в прицеливании? Это, конечно, дружище. Ты со мной согласен? Если да, лайкус. Смотрим дальше. Помощь в обнаружении. Он бегал по карте, по кругу, везде. И особо-то там... Он, вы сами видели, да? Он стоял на Б... Бежал на А, там что-то еще, какие-то по кругу, где-то сейвил. То есть я там даже близко ВХ не увидел, то есть проблем нет. Возможно, с якорем можно было бы где-то там что-то поспорить. Но здесь проблемы. Хотя якорь слился в нижней темке, да какое? Нет, братцы, нет, даже якорь там нет. Поэтому, ну, если ты со мной согласен, опять же, ставь лайк. И только два раза не ставь, иначе он лайк упадет. Понял? Не трогай его. Один раз нажал, все. Поехали дальше смотреть. Так, ну что, и другие вспомогательные средства. Если какие вспомогательные средства у него были, это мышка и клавиатура. Больше ничего там я не увидел, поэтому тоже нет доказательств. Ну, недостаточно доказательств. И что, препятствия нормальной игре. Наверное, скорее всего, он там чиз вышел. Наверное, скорее всего. Но я звук не слушал, поэтому и даже если какой-то чел чиз вышел, либо делает что-то еще, ты просто банально берешь, мутишь человека. И пусть он сам с собой там разговаривает, правильно же? Правильно. Поэтому недостаточно заказать, я тоже ставлю. Возможно, там что-то и лялякал. Я сейчас не слышу. Ладно, ребят, ну все, в принципе, мы все решили, да, с вами? Опубликовать вердикт, пацаны. И ну что? Вот и все. А у меня на сегодня все, дружище. И если тебе понравилось видео, если ты хочешь вместе со мной находить очередных всяких читеров, ну не такого какая-то, это понятно. А если реально хочешь читеров найти, пиши в комментарии. Хочу еще патруль. И мы будем искать этих уродов и просто давить вот так. Ну ладно, братан, я погнал пилить дальше новый видос. Кстати, скоро будет видео, называться будет он «Пасхалочки на оверпассе» и «Пасхалочки вообще в Counter-Strike» всякими оружиями и прочее, прочее. У меня накопилось много информации по этому поводу, и я хочу поделиться ей с тобой. Ну все, ладно, я погнал, что я тебя задерживаю. Давай, пока-пока.